Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел встречу с жителями микрорайона «Гусарская баллада». На совещании обсудили вопросы, связанные со строительством новой школы на 2200 мест и детского садика на 400 воспитанников. В частности, говорили о планах по организации парковочного пространства для автомобилей родителей, о работе школьных автобусов. Кроме того, жители указали на то, что водители самосвалов периодически игнорируют регламент и выезжают со стройки в неустановленных местах. Глава муниципалитета поручил разобраться с проблемой.